Третье дело. Распространяй информацию, концепции общественной безопасности. Веди работу в семье, среди родственников, друзей, сослуживцев. В другие города пиши, в республике, вот где кого знаешь. То есть запускай через себя механизм автосинхронизации. Это еще дело, да еще какое, потому что о нас пока мало знают людей-то. Мы вот участвовали в выборах в Государственную Думу, а всего проголосовало около миллиона из 144 миллионов. То есть, видите, 1% всего, то есть немножко, 710 тысяч. Поэтому распространяйте, что это, как, чего, объясняйте людям. А это дело непростое, я вам скажу. То есть люди спрашивать будут. Поэтому не ждите, когда вы сами все изучите, и вот тогда нет. Узнали, схватили суть и сразу с счастьем поделись с другим.